Ребят, смотрите, какой классный коттеджный поселок Престиж. Его мы снимать не будем, он слишком дорогой. Сегодня у нас по бюджету будет более дешевое предложение. С хорошей дорогой, недалеко у нас получается улица Владимировская, мы с вами рассмотрим вот этот недострой. Давайте посмотрим. Он у нас каркасник. Что у нас по земле? Ну, то есть вот такой подъезд. Везде здесь есть газ, свет. Ну, в общем, достаточно все понятно и просто. Лос там и водопровод, все это здесь имеется. 4 сотки ЛПХ. Разрешение на строительство. Тех условий есть на свет. 2 этажа без отделки. Вода у нас проходит по границе. Участок косой, как вы видите, но вот такой вот домик. Школа у нас 1,5 километра, автобусная остановка 200 метров. Вид у нас получается на горы здесь. Ну, я думаю, что на втором этаже даже будет вид на море. Но здесь пока все закрыто, зашито и так далее. Видите, он дом стоит на сваях. Необработанный такой земельный участок. По соседству тоже, видите, каркасники стоят. Вот кто-то дом тут строит. Такие дома. То есть, да, рельеф, все такое. Мы все это понимаем. Самое главное, это цена. Смотрите. Цена этого дома 2 миллиона 650 тысяч рублей. И у нас получается... Что? У нас получается дом 110 квадратных метров. Давайте обойду землю. С другой стороны покажу. Это тоже получается граница участка. В общем, по соседству с нормальными такими домами, хорошими домами. Коттеджным поселком. Сейчас кто-то скажет, да в него надо вкладывать, все такое. Ребят, 4 сотки земли, он угловой. Я думаю, что здесь по факту-то даже и больше. Можете заезд сделать и с этой стороны. То есть и здесь уже планировать, допустим, парковку в конце концов. Под домом тоже можно что-то придумать, да? Какое-то хозпомещение. Вот видите, просто тут заросло все, ходить туда не буду. То есть вот здесь тоже парковку можно сделать. Вот сбоку заезд у нас получается здесь по другой уже улице. А здесь напротив дома и вход. Вот такой. Сейчас попробуем туда забраться. Посмотрим, что у нас там внутри. Может, какие-то еще материалы туда входят. Стоимость. Так. Ну, здесь у нас немножко позволим себе сюда забраться. Вот таким образом, да? Видим... У кого-то резко кончились денежки, кто-то не может себе позволить до конца его достроить. Каркасник, внутри утеплитель, я так понимаю, вон утеплитель валяется. Здесь, наверное, планировалась уже лестница, судя по балкам по каким-то, да? И второй этаж, полноценный большой второй этаж. Вот такие комнаты. Не знаю, стоит ли их как-то разделять тоже. Ну, вроде нормальный пол держится. Ну, окна отлеплять не будем. Давайте вот так вот глазочком вот так посмотрим. О, ребят, хороший вид на горы. И большая терраса, видите? Уходить не буду. Рвать эту пленку. Вот, закрыли от ветра. Да, это просто черты дома, я полностью с вами согласен, но тем не менее, здесь и цена. То есть цена, я уже сказал, 2 миллиона 650 тысяч рублей. Давайте посмотрим вот эту территорию. Мне все-таки интересно, на втором этаже я увижу море или нет. Потому что вот как раз за этим деревом, как раз море. Мне кажется, там будет вид нормальный. В общем, напишите свое мнение строительное. Вы сейчас начнете говорить. Там еще что-то. Может быть, кому-то это как дача. Понимаете? Вот я тоже рассматриваю как дача, небольшой домик. Вот, надо хорошенько подумать. Может быть, это и хорошее такое предложение, чтобы
подумать для себя. Хотя я пока не планирую вкладывать деньги. Я планирую зарабатывать деньгами, чтобы потом уже дом своей мечты покупать, который мне больше подойдет. Ну а если вас планировка не смущает, не смущает то, что это каркасная технология, доделайте под свой вкус, то, пожалуйста, смотрите, как дача, в принципе, очень даже неплохой вариант. Сейчас я общался с соседями, здесь предлагают землю по 700 тысяч за сотку, причем большой площади, под 10 соток. А здесь всего 4 сотки, причем он угловой, здесь можно как бы использовать и парковочные как-то места, то есть пошире он будет. Уже с вот таким вот домом по 660 тысяч рублей за сотку, ну вот грубо говоря. Давайте рассмотрим его опять же как просто земельный участок с недоделанным вот таким вот домом, который в принципе по существу, если вам что-то не нравится, там второй этаж, там разберите, переделайте по-своему. Уже есть сваи, да, то есть уже есть дорога. Рядом мы уже видим очертания каких-то соседей, чтобы вы понимали, где это находится и чего. 200 метров всего лишь автобусная остановка. Ну, в принципе, я считаю, что стоит обратить внимание для тех, у кого, допустим, есть такой скромный бюджет. А потихонечку доделать можно и первый этаж доделать, а потом на второй этаж забить его полностью, а потом уже потихонечку делать на свой вкус и по своим возможностям. Жду ваших комментариев. Вот такие предложения я вам за сегодня нашел. Вот, смотрите следующие обзоры. Подписывайтесь на канал. Всем пока!